подстовленными способами. Ну ладно. Хочу. Мы не сошли на этом. А что этого не хватает? Надо будет мне как-то сделать его квадратным. Ладно, поместимся мы все за этим столом. Да, видео. Зачем? Новый год! Какой компромат Новый год поставить на место? О! Видишь? Ему не видно. Ладно, мы снимаем компромат, так снимать. С Новым годом! Вот так надо, да? Сергей посмотрела в Майле видео, когда с Ритой на диване. Знаешь, как классно, блин, вспомнить. А я то не видела у тебя. Я еще не все посмотрела у тебя в Майле. Я что, долго буду идти? Сильно не грей. Теплый тоже не шоколад. Конечно, не принято говорить о грустном, но давайте все-таки вспомним тех, кто ушел в этом году, а тех, кто подарил нам столько светлых моментов. И в первую очередь о человеке, которого можно писать одним словом. А фестиваля нету? Эпоха. Да сколько можно быть? Ну, значит, я буду компот. Пел для нас с вами новогоднюю ночь. Давайте вспомним, как это было, и почувствуем, что он с нами. Это первая новая ночь без Иосифа Давыдовича Кобзона. Умер Кобзон? Да. Блин, это что, утренний поезд тут еще живой, блин. Да. Старый клён стучит в стекло. Меня кто снимет? Приглашаю. На видео. Тебя снять, а сама Пашку показываешь. Давай, компромат будет вам. Налила вино, блин, а дело вид, что пьет компот. Это компот. Делал один улыбочку. Помнишь, как этот спички в глаза ставил? Там фотографии, кстати, есть. Ну что, давай уже, что вы сидите? С Новым годом! Давай, с Новым годом! Еще нет Нового года! Наступающим! Ну, с наступающим! Да, с уходящим! Давай! Он уже вот-вот-вот-вот уже уходит! Давай, ребята, будьте здоровы! Ай, всем вам счастья, здоровья в этом году! И всего самого лучшего! Спасибо! Здоровья самое главное! Снимает. Холодец есть? Очки есть? Есть. Нет, здесь за 20 раз мы бы не поставили. Пожестче. Да.